аэропорт, сидим, ждем шаттл, когда придет. Ночь, по-нашему, час ночи. Мы никому не нужны. Вот так нас Милан встречает. Один уже уехал, ждем второй. Одним словом, Дольче Габбана. В этом отеле мы провели ночь после аэропорта, выбрали его, потому что он находился рядом с аэропортом, у него есть свой шаттл, то есть вчера вечером мы прилетели и сразу нас шаттл забрал. Имейте в виду, если вы планируете утром лететь на самолете или еще что-то, то шаттл нужно заранее бронировать заранее. Сегодня мы хотели уехать часов 6, но так как мест свободных не было, мы уезжаем только в 8 часов в Милан, и поэтому в Милане не успеваем все, что мы хотели. Отельчик нормальный для того, чтобы переночевать, чистенький, очень лаконичный интерьер, но есть все самое необходимое. Обратите внимание на особенности этих отелей, всегда есть еды. То есть все шампуни, гели для душа, все предоставляется. С утра тоже у нас включен завтрак, расскажем, нравилось нам или нет. Завтрака все приятно, чистенько. Это очень хороший завтрак. Мюсли, булочки. Вот вам еще кусочек вида из окна. Очень ухоженная территория, хорошенькая. Такой вот деревушки. И вот вам видно нашу гостиницу с утра. И мы переночевали. Трансфер, как я уже говорила, нужно заказывать заранее или придется ехать на такси. Стоимость такси где-то 15 евро. Мы на станции Милана Централи. Отсюда мы на поезде отправляемся в Гену. Вокзал огромный, приезжайте заранее, чтобы разобраться, что, куда, как ехать. Сами пока не разобрались, разберем, все расскажем. Площадь дому. Дому – это тоже корень, как слово «дом». Собор, который строили 700 лет. Мозаики Порто Турино нужно прокрутиться 3 раза, и тогда исполнится ваше желание. Мозаика символизирует один из входов в город Милан. Называется «Ворота Турино». Университет Брера изнутри, внутренний дворик. В любой университет Италии можно заходить, ходить на лекции, учиться. Такие у нас бодрые пробежки по Милану с утречка до поезда на круиз в Гену. Что, птицы, да, не летают? Статуи.